2013 году это милое создание заканчивало общеобразовательную среднюю школу, наш первый лицей. Это моя дочь. Я не придумал ничего лучше, как в подарок на окончание школы написать песню, которая прозвучала на выпускном. И я думаю, что будет звучать в нашем городе и не только во всех школах страны. Россия. Песня называется «Последний звонок». Большой учебный класс, держась за руки, вдвое вошли. И началась совсем иная жизнь. Портфель, дневник, учебники, урок. Тоска и мелы в переменках, кошки, брысь. С уроков колоколен звонок. Не говорим тебе прощай, а говорим всего лишь до свидания. И ты нам, школа, тоже обещай, что будешь приглашать нас, что будешь приглашать нас, что будешь приглашать нас на свидание. А нам тогда казалась вечность впереди, за летом лето праздно проходило, больших каникул ныне позади. Теперь уже десяток было. Промчалось детство лихо мимо нас. Пора прощаться, просто вышел срок. И по традиции сегодня в этот час для нас последний прозвучал звонок. Не говорим тебе прощай, а говорим всего лишь до свидания. Школа, тоже обещай, что будешь приглашать нас, что будешь приглашать нас, что будешь приглашать нас на свидание. Наталья Смирнова, выпускница... Евгений Смирнов. Выпускница первого лицея, 2013 год. Мы вместе пели эту песню на выпускном. И выпускница первой музыкальной школы Подольской, кстати говоря. Спасибо.